Привет всем, это я, Роберт, и сегодня мы начинаем новую игру. Space Suit Alarmus Galaxy Premium. Это игра про то, как нужно стрелять пришельцев и так и далее. И теперь я покажу вам новую игру. Короче, должен сказать, я хотел играть новую игру, но я, во-первых, подумал, нафиг это нужно? Но тогда понял, что мне нужно играть новую игру, потому что мне нужно больше подписчиков. Так что, да. Надеюсь, что вам это видео понравилось, и приступим. Короче, когда я игру загрузил, говорят, что только игра сразу спустилась, и я понял, что мне приходится сражаться против пришельцев. Вторая волна. Блин, сколько здесь волн на самом деле? Потому что я сам вообще-то не знаю. Исчезни. Ладно. Третья волна. Короче, мы побеждаем пришельцев и получаем из этого новые патроны, как я это понял. О нет, босс. Вот и босс. Ебать. Какой он страшный. Ой-ой. Надо осторожно быть. Я не знаю, сколько у меня жизни. И мы его победили. Ура. Минутку. А, я думал, что придется продолжать. Ладно, мы победили. И мы получили апгрейд. Какой это апгрейд? Ого. Мы можем купить новый корабль. Так что, сколько у нас золота? Тысячи. Ладно. Могу купить какой-то корабль. Но пусть будет как раз то этот корабль. Так что он... Идем обратно. Как здесь идти обратно? Ах, да, понял. Вот как. Ладно. Значит, этот корабль не наш был, как я понял. Очень интересно. И вау. Во второй уровень. Сколько здесь уровней? Блямба. Каких-то... Не знаю каких-то. Ладно, начинаем второй уровень. Надеюсь, что все будет нормально. И вот наша первая миссия. Ебать. Блин! О! Какая радость, думал, что тебе придется труднее мне. Блямба. Странно того, мне эти игры нравятся. И блямба. Надеюсь, что все будет нормально, как я. Надеюсь, потому что я не умру. Я здесь не умру. Ого, посмотрите, что я получил. Нихрена себе. Круто. Я получил такие апгрейды во время миссии, что даже... Ой-ой. Туда завал. Блин, сколько вас здесь? Объясните, сколько вас здесь? Ого.
Все, победил. Вторая миссия окончена. И посмотрим, что мы получили в апгрейде. Надеюсь, мы что-то получили. А, значит ничего. Хорошо. Можем продолжать миссию. Ладно, теперь третий уровень. Ладно, начинаем. Начинай. Короче. И что будет? О, блин, здесь 7 волн. Волн. Ладно. Дайте какой-то апгрейд. О, да. Я и это имею в виду. Блин. Какие-то пришельцы дурные, что даже дают свои технологии мне. Ну, не специально, но все равно дают. А, вот что это. Я подумал, что это... Ой, блядь, я сдал. Фак. Ладно, повторяем миссию, повторяем. Блин, не надо было этого делать. Не надо было этого делать. Блин, понял теперь. Я теперь понял этого. Блин, ну приходится начинать сначала. Короче, начинаем заново, потому что... Я думаю, что я понял, что здесь нужно сделать мне, во-первых. Нужно сделать так, что пришельцы все здесь, с каждой планеты. Это значит, с каждой планеты Солнечной системы. Значит, Земли так и далее, и так и далее. И мы должны их ловить. Мы их должны ловить теперь. Как я понял. Мы теперь их должны ловить. Ой. Мы должны теперь их ловить. Как я это понял. Я это понял. Что мы должны их... Ого. Электричество ударил. Электричество... Ах. Вы поняли, что я говорю. Блин. Извиняюсь за то, что я сегодня... Не говорю так, потому что я пытался снять новую серию Weekend Warriors, и получилось так, что моя игра просто не хочет по-нормальному играть, работать. И так что, ребята, я извиняюсь. Очень извиняюсь. Очень извиняюсь, ребята, за это. Очень. А, спасибо, мне не надо. Не надо вас. Не надо ваших монет. Ладно, четвертый уровень. Я хочу узнать, что здесь происходит. Блямба. Блин. Что со мной не так сегодня? А я вам вот объясню, что со мной не так. Ого! Круто! Правда, круто. Очень круто. Ладно, что за вторую волну вы мне дайте? Вау, какие лазеры. Круто. Блин, нет. Блин. Это странно очень. Говорю вам, странно. Я не знаю, как вы, но мне это странно. Нужно делать так, что они нас не по... Нужно сделать так, что они нас не попали.
Вау, какие апгрейды красные. Блин, ненавижу, что так волны так волнами идут. Это выглядит очень странно, во-первых. И тупо. Блин, надеюсь, что я выдержу. Ай-ай. Нет. Блин, мы что, стреляем фейерверками, что ли? Потому что так выглядит. Мы так выглядит, что мы стреляем фейерверками. Мы стреляем фейерверками. Блин. А пришельцы не стараются нас стрельнуть. Короче, уровень окончен. Я получил медаль. Ура! Что не ходит, что я здесь сделал? Боже. А, вот что я, что не ходит, что я сделал. И мы здесь можем вот это сделать. А, блин. Мы истратили все свои монеты. Блин. Мы истратили все свои монеты. Ничего. Бывает. Бывает. Ничего здесь страшного. Ой. Минутку. Сколько здесь планет нужно, чтобы сдать? Ага. Значит, мы освободим Марс, Меркурий и так и далее. И так и далее. Короче, начинаем уничтожать пришельцев. Первый, блин, 10 войн даже. Что за, вау, и мой лазер стал кольцом. Круто, круто. Блин, мой экран очень горячий, потому что у меня интернет работает, и это не так не нравится. Это не очень не нравится, ребята, объясняю вам. Это не очень мне нравится, когда интернет включен экран. Включен на время. Экрана на время такой же горячий. Блин, ненавижу, когда так бывает, что я не настроение. Нет, я пытался снять серию Weekend Warriors. И оказалось, что игра не хочет пускать, и мне пришлось заново все делать. А я подумал, нахрена это делать? Лучше начать новое прохождение с новой игрой. Потому что, вау, вам что, интересно видеть, вам интересно увидеть, я начинаю новую карьеру за новую карьеру, неинтересно. Полностью неинтересно. Полностью неинтересно. Это тупая карьера. Начинать ту новую карьеру сразу после не улучшенного поражения. Нет. Ребята, так нельзя. Ну так нельзя. О, сколько у вас здесь? Сколько у вас здесь? О! А, нет, не интересован. Короче, все будет. Короче, меня хочет сделать богатым. Смотря новое видео. Нет, не интересован. Тогда приходится смотреть эти видео и так и далее. Я не хочу смотреть эти новые видео, потому что неинтересно мне. Ну не никак не интересно смотреть это новое видео. Ну мне не интересно.
Серьезно, ладно. Победим этот уровень и, наверное, окончим серию, потому что, да, я не хочу задерживать видео, просто мне нужно делать много дел. И, во-вторых, я устал вчера. Я после вчерашнего не отправился. Я узнал новость, которую я не могу сделать, которую я не могу оправиться. Я ненавижу, что это произошло. Ненавижу. Ненавижу. Полностью ненавижу. Блин. Ого, теперь вам крыска, ребята. Теперь вам, блин, крыска. Так вам конец, 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 конец. Умри, умри, идиот. Умри, умрите, умрите вообще. Я вам не дам захватить Землю и другие планеты. Я вам не дам. Не дам. О, третья волна. О, блин. Да ладно, вы что, издеваетесь? Блин, ау, мой палец, экран весь сгорается, потому что интернет подключен. И как мне это надоедает? Что так происходит? Блин, ненавижу начинать. Почему я... ненавижу начинать паузы. Это меня не вводит. Потому что каждый раз я... Когда делаю паузу, я занимаю больше времени, чем должен. Я ненавижу этого делать полностью. Ненавижу, потому что я ненавижу делать паузы без какой-то ебаной причины. Но ненавижу. Блямба. Господи! О, босс, смотрите, босс! Босс! Блин, и он меня стреляет. И он меня стреляет. Тупой босс. Блин, я его не скоро убью! Я его не скоро убью! Ну, умирай скорее! О, сердечко он отдает. Как видел, этот босс мне отдает сердечко. Все, окончилось. Ради бога, окончилось. Короче. Я думаю, что если это прохождение не станет неудачным, тогда я не знаю, что делать. Потому что я думаю, что Weekend Warriors был удачным. Прохождение. Я думаю, что Weekend Warriors был удачливое прохождение. Очень удачливое. Очень. Короче, ребята. Надеюсь, что вам эта серия понравилась. Увидимся в следующий раз. И пока.